Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на... Дорогая, надо зайти в казино тигриных когтей и принести мне кое-что. Мне кажется, у тебя получится. Я приложила дополнительные сведения. Прочитай внимательно. Не буду же я сама их делать. Я тебе ничего не должна. Thank you.
сюда. Как сейчас с доходами?
Мне передали, что чип Вортекс уже везут. Ты оправдала мое доверие, Ви, а значит, заслужила вознаграждение. Сейчас я закрою заказ и переведу тебе деньги. Надо. Ты уебище лес! Несем большие пасти!
Берегите импланты! ¿Crees que tus deseos más íntimos son inalcanzables? Piénsalo.
У всех на виду? Ты ёбнулся, что ли? Так в этом-то и суть. Надо, чтобы так было видно. Это смотря кто видит. Этот район когти держит. Ну да. И чего? Тощая Синди тоже думала, что она тут самая умная. Когти переломали ей руки и нарисовали свой тег у нее на лбу. За точкой. Ладно, хер с ним. Но ты ёбаное сыкло. Лучше сейчас засать, чем потом без яиц остаться.
Не меня! Пожалуйста! Thank you.
Со мной ты до утра течь будешь. Хорошо выглядишь, Джош. А ты думал, выглядеть надо презентабельно? Не, если серьезно. Да, чтоб жена мозги не имела. Я ей каждый утро говорю, что в офисе буду работать. Я здесь так, играю так. Уже полгода. Неужели это Вин собственной персоной? В моем скромном салоне? Вакака, давно не виделись. А зачем ты здесь? Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя. Мои мужья знали Уэстбрук. Они все были большими шишками в тигриных когтях. Короли Джапантауна. Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа. Продавали секс и серые технологии. Не могу не спросить, сколько у тебя было мужей? 5. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею. Мне 9 сыновей поднимать. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Послушай-ка этого парня. На мой невзыскательный слух ничего так не напрягает во всяком случае. А знаешь почему? Потому что техника — это не главное. Важны эмоции. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Ты так же начинал? Играл на улицах и мечтал собирать стадионы? Не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Пробившись наверх, получаешь аудиторию. Если мир тебя знает, его и трясти проще. За все надо платить. Если своими песнями ты плюешь в корпоратов, какой лейбл тебя подпишет? А проданные идеалы и принципы обратно уже хрен ты выкупишь. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видела. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал, хотя мы еще были никто. Пойдем уже отсюда. Значит, где-то еще можно найти старые бутлеги самурая? Найду эти записи и буду визжать от восторга каждый раз, как ты со мной заговоришь. Как тебе план? Только, блядь, попробуй. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют? Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция.
Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Привет, Джонни. Где было твое отличное место? Там теперь забегаловка. Что ж, тупое потреблятство опять победило. Значит, очко команде соперника? Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмо. Эй, знаешь что-нибудь про радужную каденцию? Еще одна. Не слишком ли ты юна для этих ископаемых? Чего? Сюда реально каждый день приходит очередной седой дедуля в драной косухе и спрашивает про свой любимый клуб. А я, как запиленная пластинка, объясняю, что корпы выкупили клуб 20 с хреном лет назад. Пора уже объяву повесить. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен радужной каденции? Ну там, самурай, например. Самурай. Стрёмная красная рожа на черном? Да, даже я про них слыхал. Сюда иногда приходит один тип в их футболке, и к нему друзья подваливают, такие же чокнутые. А ты случаем не знаешь, где он живет? В 20-х годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется, на рынке. Чем торгует? Клубникой со сливками. Сама-то как думаешь? Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно, про эти группы никто ни хера не слышал. Круто. Спасибо. Ты по какому делу? Слышала, ты торгуешь хорошей музыкой? Но она у каждого своя. Есть Cartesian Dualists, кое-что из Евродина, Tainted Overlord. А самурай? Еще спрашиваешь? Есть Never Fade Away, Dancing with My Axe, Chipping In. Да любую назови найдется. Silverhand был мессия от рок-музыки. Я бы его записи бесплатно раздавал. Но нужно ведь на что-то жить. А ты не как главный фанат Сильверхенда? Да, и этим горжусь. Нынешние рокеры ему в подметке не годятся. Было у Сильверхенда то, что этим в жизни не светит. Серебряная рука? Огонь в нем был, малышка. Огонь! Он в печенках у корпорации сидел и погиб за свои идеалы. А ничего, что он был еще и немного террористом? Blaze way down the rabbit path. Мне нужны реально крутые записи. Ну там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме. Не понимаешь, что спрашиваешь о легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи, но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Я не вру. Про Сильверхенда я вообще знаю все. Ну давай, удиви меня. Я знаю, что он говорил Керри на последней встрече. Сказал, чтоб Керри завязывал себя жалеть. Ага, конечно.
Я тебе сотню таких бесед придумаю. Свидетелей-то не было. Тогда откуда случайный человек может знать, о чем говорят новичкам в Арасаке? Там принято пугать стажеров тем, что за лентяями приходит призрак человека, рассеченного надвое. Правда, никто уже не помнит, что этот призрак — Джонни Сильверхенд. Ладно, признаюсь, я впечатлен. Человек с улицы такого про Арасаку не знает. Так ты серьезно? Ты правда фанатка Сильверхенда? Когда другие дети слушали Хром Крейнс, я уже знала Чиппинин наизусть. Ха! Хорошо сказано, крошка! Я аж прослезился! Нравишься ты мне! Ха. Ладно уж! Надо ведь прививать молодежи хороший вкус! Может, и есть кое-что специально для тебя! Держи! Спасибо большое. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпоратам. Говорят, что время лучший учитель. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за 60 уже, небось, а все еще живет в 20-м году. Он же твой главный фанат. Тебе разве не приятно? Я подорвал Арасака Тауэр, и чё толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Прошло 60 лет. Что-то же изменилось. Ага, изменилось. Показухи больше стало. Новые разъемы появились, новые вкусы у фруктозного сиропа. Арасака просто сменила лицо. Все то же дерьмо в новой упаковке. Что-то изменилось. Может, мы этого не видим, но все равно жизнь уже не та, что раньше. Уже никто не помнит, что раньше слово «человек» не означало кожаный мешок, набитый ширпотребными имплантами. Thank you.
Мне нужна одна вещь. Именно мне, не клиенту. Поэтому отнесись к работе со всей серьезностью. Риск высокий. Работать надо на территории тигриных когтей. Подробности я переслала. Пластная
какой же все-таки этот Хулио Бастар? Напоминает мне один бар в Арое, где мы иногда выступали по пятницам. Да? И чем же? Да там тоже все было жестко. Один косой взгляд, нет. Осторожное слово. И сразу ножом под ребра. Как раз для меня местечко. Иди к мамочке. И вот из-за этой малюсенькой херовины столько людей полегло. Размер не имеет значения. Мы оба знаем, что на самом деле это неправда.
Похоже, тебе удалось найти отмычку. Великолепно. Продолжай в том же духе. Закрываю за нас.